Длинная у меня жизнь, ступенчатая. 95 ступенькой прошел я в своей жизни. Войну начал я со службы на границе в 39-м пограничном отряде. В 40-м году, перед самой войной, где-то в конце, я был призван в ряды советской армии. А в 41-м началась война. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. До этого я учился в театральном училище и у Савацкого и строил свою карьеру быть артистом. Но получилось так, что попал сразу на передовую под Москвой. Помню, где-то ночью в 41-м году нас на заставе подняли в ружье, заставили одеться в полном обмундировании, не сказали куда, что, и отправили в отряд пограничного, от 39-го погранотряда. А там нас погрузили в вагон и прямым сообщением дали нам зеленую улицу железнодорожную, и мы помчались. За несколько суток мы уже были в Москве, по-моему, на Ленинградском вокзале. Там нас переформировали пограничников, распределили по разным воинским частям. Я попал в минометное подразделение и пешим ходом прямо от Ленинградского вокзала мы двинулись к фронту. В то время уже фашисты бомбили наши пригородные города, Брест, там уже пограничники обливались кровью, защищая Брестскую крепость. И где-то уже на полпути недалеко от Москвы нас встретили фашистские бомбардировщики. Начали первое наше крещение, бомбили.
Потом мы двинулись дальше. Фашисты рвались к Москве, поэтому бросали с воздуха всякие десанты, вооруженные автоматчики на мотоциклах, даже легкую артиллерию. Вот нам пришлось сражаться с этими фашистскими бандами, не доходя еще до Бреста. Мы туда держали путь. Называлось тогда это Смоленское направление. Тогда еще фронтов не было как таковых номерных. Было вот Смоленское направление. В общем, путь был нелегкий. Нам приходилось двигаться через белорусские болота. Сидели по горло в воде, где-то под Белым, на привале. Наконец нас решили покормить. Кухня нашла наше подразделение. Сели позавтракать или пообедать. И где-то утром, по-моему, еще птички пели, которых не успели тогда еще фашисты разбить. Нас начали опять бомбить с воздуха и обстрел. Не дали позавтракать до конца. Где-то снаряд угодил прямо в группу наших бойцов, минометчиков. Дальше я ничего не помню. Меня санитары откопали с засыпанного землей по горло из воронки, доставили в полевой госпиталь. Несколько дней я лежал без сознания, слепой, ничего не видел. Когда очнулся, один военврач, по-моему, полковника, говорит: ты, солдат, родился в рубашке. Мы тебя несколько дней вытаскивали оттуда, с того света. Теперь ты будешь жить долго. Вот я и исполняю его приказ. Прожил уже 95 годочков. Я помню Польшу. В Польше, когда фашисты отступали, расстреливали в концлагерях всех, которых и пленных, которые были в основном жителей в городе, кажется, Познани. Никогда не забуду, город был перегорожен на две части. В одной части находились эти несчастные за колючей проволокой. И вот на колючей проволоке висел мертвый ребенок, расстрелянный фашистами, когда уходили. Так эта картина у меня осталась в памяти на всю жизнь. Как можно прощать этим варварам, этим нелюдям, которые, несмотря ни на что, убивали всех подряд, даже не военных, и старух, и женщин. Я был в Литве, которая сейчас разрушает памятники воинам, а там ведь я был в селе, который фашисты сожгли. Кажется, называлось это селение Оплентунга. Так вот, там все население было расстреляно. И деревня сожжена. Как можно все это реабилитировать? По-моему, люди должны это не забыть на века. С войсками прошел
уже опять по новой. Польшу, Украину, конечно, Белоруссию, Германию. Потом наши войска освобождали от гитлеровцев Югославии. Вот я дотопал до Югославии. Там меня опять шлепнуло, лежал в госпитале уже в югославском, потому что наш был далеко, это только полевой. Там у меня и произошла вторая жизнь, как говорил этот военный. Началась другая. Мне требовалось переливание крови, а моей группы не нашлось. Там одна медсестренка Катенька, сербка, у нее была моей группы кровь. Мне сделали прямое переливание. И вот мы познакомились так с этой девушкой. Загорелась у нас военная крепкая любовь. Она увязала за мной, бросила Югославию, пошла. Дошли мы до Берлина опять освобожденного. Там нас расписали, зарегистрировали в официальном браке, потому что в Россию нельзя было ехать без регистрации или паспорта. Дали временный паспорт. Так я стал мужем своей любимой, дорогой Екатерины Яковлевны. В Молдове я уже очутился в 1957 году. Работал в театре. 70 лет отдал творческой жизни. Сыграл более 200 ролей разного калибра. Начиная от Ленина и кончая Фирсом в Вишневом саде. Вот такой у меня репертуар большой. Я благодарю и Бога, и судьбу. Жизнь я прожил, я считаю, нужную. Мне кажется, порою, что солдаты, с кровавых не вернувшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.